Слава Богу, дорога церква. Я вас всіх вітаю. Любов'ю Ісуса Христа. Дуже приємно всіх бачити. Вас, прийшовши в церкву, ми можемо прославити Ісуса Христа. Амінь за Його любов. Ми вчора мали прекрасний час, сімейну конференцію. І в одне місце пісні, яке на моє серце запало, коли ми починаємо розуміти, що, як брат говорив, ми в процесі, і ми на всю протяжність нашого життя ми учимося. І в одне місце писання in Proverbs, 3 глава, 1 і 2 стих пише: My son, do not forget my teachings, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you prosperity. Коли ми приходимо, браті і сестри, в церкву, це місце, коли ми бачимо Слово Боже, яке ми питаємося, воно дійсно, як Соломон говорив, син мій, не забудь учення мої, мої заповіді тримай в своїх серці, бо вони довголіття твоєму життю дадуть і принесуть тобі успіх. Амінь, браті і сестри. Слово Боже, це то, що весь світ не може поняти. Вони не можуть зрозуміти, як ця Біблія може бути щось більше, ніж проста книга. А ми розуміємо, що для віруючих Христос – це спасіння для нас. Ми розуміємо, для віруючих це слово, воно є, поміняло наше життя. І як Соломон, він зрозумів, він прожив все своє життя, ми вчора чули, і він поняв, що все суєта і томлення духа, да? А він починає писати на якісь місця, писані, говорить: тримай оце слово в своєму серці. Браті і сестри, добре, що ми зробили, прийшли на це місце. Коли ми приходимо і вникаємо в Боже Слово, коли ми приходимо, піднімаємо наші голоси, співаємо пісні нашому Богу, бо Він дійсно живий. Амінь, браті і сестри. І ми постанемо наші ноги помолитися благословіння це служіння. І будемо вникати, будемо приймати це слово, яке Господь нам буде нині дарувати. Амінь. Станемо, помолимося. Дорогий Господь, співає, алілуя, співає,
Отец наш Небесный, мы стоим в Твоем присутствии. Мы так благодарны Тебе, что Твое имя Иисус. Это то имя, пред которым сегодня мы преклоняемся. Наши сердца, наши души. И в этом служении, Иисус, мы хотим, чтобы Ты был в центре. Мы хотим, чтобы Ты был в центре нашего поклонения, нашего внимания. Мы хотим, чтобы Ты сегодня говорил к нам, чтобы Ты когда-то, Господи, как Ты собрал учеников, и на той горе Ты учил и вразумлял, и говорил, учи сегодня нас, говори сегодня к нам. Пускай это слово, которое будет исходить, Господи, из Твоих уст, оно просто прикоснется нашего сердца. Оно укрепит нашу веру. Оно сделает наши шаги более твердыми. Оно поможет, Господь, нам смотреть на Тебя и видеть Тебя, слыша Твой голос. Благослови каждое сердце, благослови каждого человека, пришедшего на это место. Благослови каждую семью. Благослови, Господь. Благослови, мы без Тебя не можем делать ничего. Поэтому мы просим Тебя, Дух Святой, веди и дальше это служение. Веди и благослови всех нас, стоящих пред лицом Твоим. Мы на Тебя уповаем, Тебе за все слава. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, друзья. Приятно видеть всех вас в Доме Господнем, и вы хорошо сделали, что вы пришли, потому что это самое лучшее место на земле. Потому что самое лучшее на земле место – это то место, где присутствует Господь. Аминь. И ничего лучше не может быть, как быть в присутствии всемогущего Бога. Сегодня у нас в гостях брат Юрий вместе со своей женой, супругой, сестрой Наташей и своей семьей. Нам приятно вас видеть. Мы вчера имели хорошее служение, и сегодня брат Юра будет делиться тем словом, которое Бог положил в его сердце. Пускай Бог благословит, чтобы мы были внимательны. Почему? Потому что духовное обновление – это то, в чем нуждается каждый христианин. И я верю, что когда это происходит, происходит духовный рост, происходит богопознание, происходит... Бог открывает себя, Бог помогает больше понять Его волю. Поэтому это необходимо каждому христианину, каждой семье. Это необходимо всем, и старшим, и молодым. И поэтому пускай Бог сегодня благословит нам еще раз услышать и понять Его волю через Его Слово. Брат Юра, пускай Бог благословит, пожалуйста. Yeah.
Слава Ісусу Христу! Слава! Недільне богослужіння – це як весільна обручка, яка нагадує нам з вами, що ми з вами в завіті. Так, ми в завіті з нашим Господом. І сьогодні ми прийшли до кого? До Нього. Він в центрі. Слава Богу за цю можливість, коли ми можемо вільно збиратися. Ми продовжуємо нашу, сьогодні у нас третя тема, називається «Духовне обновлення в нашій сім'ї, в моїй. І якщо ви були вчора, а я бачу знайомі лица, де-то ми з вами зустрічались, а зустрічались ми в церкві, якщо хтось вже забув. И мы сегодня будем говорить, мы говорили вчера об отношениях с Господом, помните, первая тема. Вторая была отношения в брачном союзе между мужем и женой. А сегодня мы поговорим о семье, о наших детях, отношения родителей и детей. И поговорим, если это дети, будем говорить тогда о родителях. Да? То есть это тема, которая важна. И мы говорили вчера о том, что даже если у нас есть прекрасное отношение с Господом, Господь не обещает нам, что у тебя все будет в жизни автоматически. И в отношениях с женой или с мужем, или с детьми. Мы не находим этого в Слове Божьем. Это отношения в брачном союзе – это отдельная область жизни. И также, когда мы говорим о детях, отношения – это тоже отдельная область жизни. Это отдельная область жизни. И мы сегодня как раз вот будем говорить об отношениях. Как воспитать детей? И мы живем сегодня в падшем мире. Мы говорили о том, что сильно большое идет влияние. Как никогда сегодня враг душ человеческих. Вы верьте, да? А вот только чтобы не передать нашим детям. И мы понимаем, мы вчера говорили, самое ценное, что есть на земле, это душа человека. Почему? Она будет жить вечно. И мы понимаем, либо рай, либо ад. Либо рай или ад. И поэтому мы, давайте, продолжаем нашу тему. И вчера был ключевой стих, если вы помните, Иисус Навин, когда собрал... Весь народ собрался. Это последняя глава книги Иисуса Навина. И он сказал такие слова. Давайте определимся, где вы. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. А я и дом мой будем служить Господу. И мы говорили, там не сказано, я надеюсь, я сделаю все от меня зависящее, или я и большая часть в моем доме. Я свой выбор сделал. Я посвятил Господу не только себя. Вот моя супруга, вот мой дом. Мы решение приняли. И дальше мы читали, мы говорили о том, что у нас было вчера три стула. Это поколение Иисуса Навина, потом поколение старейшин, и потом были уже дети старейшин и внуки Иисуса Навина. И вот когда мы говорим о детях, очень важно, смотрите, о наших отношениях, родители и дети. Примите Божью цель для вашего брака. Друзья дорогие, смотрите, для чего Бог нас соединяет с вами? Помните, мы вчера говорили, прежде всего, это наша семья должна отражать образ Божий, да? Отражать. Есть люди, которые никогда не прочитают Слово Божие, но они видят нашу жизнь. И наша жизнь, наша супружеская жизнь, она может быть показателем на Иисуса Христа. Или наоборот, когда они видят ропот, недовольство, все не так, да? И это еще люди верят в Господа. И мы говорили вчера еще что о том, что во второй теме, это книга Малахии, вторая глава, вот что еще вы делаете, вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает Божие на приношение, не принимает умилостивительные жертвы из рук ваших. И вот человек приходит в храм, приносит овечку, приносит козленка, что-то на сердце не то, и он понимает, он пришел к Господу, говорит, Господи, хочу изменений. Вы помните, Господь говорит, я не хочу это даже видеть. Почему?
А потому что Господь говорит, я был свидетелем. Свидетелем чего? Между тобой, женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно. Вероломно – это древнеславянское такое слово, оно не употребляется, но с хитростью. Вот ты поступал, ты хитро поступал по отношению. Это касается и мужа, и жены. Между тем, как она подруга и твоя законная жена. И дальше, смотрите, следующий стих, 15-й, но он взят в новом переводе, чтобы нам легче понять вот это, что Господь нам оставил. Господь хочет, чтобы мужья и жены стали одним телом и одним духом, и чтобы они могли иметь, смотрите, друзья, благочестивое потомство. Так что защищай этот духовный союз. Не будь вероломным против своей жены. Она стала тебе женой, когда ты был еще молод. И давайте посмотрим. Смотрите, брак был задуман Богом. Для чего? И вот одна из целей – это воспитать благочестивое потомство. Смотрите, не просто, чтобы мы привели детей в этот мир, да, а воспитать благочестивое потомство. И если мы посмотрим с вами, брака не существовало в вечности в прошлом. Так, до сотворения мира брака не было, да, брачного союза. Если мы посмотрим с вами, когда Христос заберет свою церковь себе, брака не будет в вечности и в будущем. Так или нет? Мы читаем. Не будет. Но вот следующее, смотрите, брак – это Божье изобретение для воспитания благочестивых детей в настоящем. Видите, в настоящем. Смотрите, когда Адама и Евы еще не было, ангелы не состояли в браке. Так или нет? Были они счастливы? Были. Так или нет? Да, до существования людей, смотрите, не существовало брака, и никто не страдал. Смотрите, новое небо, новая земля, когда Господь возьмет нас к себе, и что? Тоже брака не будет. Но, смотрите, воспитание благочестивых детей должно быть для родителей делом первостепенной важности. Смотрите, делом первостепенной важности. И важно не то, что вы, не то, чем вы обладаете, а кого вы воспитали. Кого вы воспитали. И смотрите, важно не просто воспитать, важно не только знание детей, как мы их выучим, но также их характер. Смотрите, поведение – это то, что внешне. Характер – это то, что внутри. Да? И братья и сестры, когда мы встретимся с Господом, у нас будет новое тело, так или нет, прославленное. Но характер нас – это то, что Господь работает, это то, что переходит в вечность, то, что переходит вечно. Важно не только знание, но также и характер, характер наших детей. Важно не только совершенствование детей, но также их приоритеты, ценности, что ими будет, когда они будут принимать решения. Ведь смотрите, Бог дает нам детей на время, так или нет? Мы говорили, 18-20 лет, они поступят где-то учиться, кто-то выйдет замуж, кто-то женится, у них уже будут свои семьи. Так? И Бог дает, смотрите, детей на время. Иногда приходится слышать «наши дети». Нет, Бог дает нам детей на время, да? И потом они уже станут самостоятельными. Но вот давайте представим, почему это важно, воспитание детей. Почему действительно не просто воспитать, а воспитать благочестивых детей. Вот давайте представим. Ребенок растет не в христианской семье, не в христианской, да, он о Боге ничего, родители живут, знаете, вот только для себя, и ребенок, и вот он вырос, ему уже 25 лет, и он принимает Иисуса Христа как личного спасителя, примирился с Богом. Скажите, да, возрождение свыше, да, все как, ну, происходит, скажите, сколько нужно времени, чтобы этот человек, который 25 лет прожил без Бога, ничего о Господе не знал, Библию не читал, но чтобы он уже стал жить настоящей христианской жизнью. Сколько нужно времени? Скажите. Чтобы он не задумываясь, да? Вот как вы думаете, сколько лет нужно? Ведь смотрите, принимая Христа, да, это происходит рождение свыше. А что, сразу все привычки наши отпадают? Я заметил, смотрите, иногда люди приходят к Господу, потом где-то устраиваются на работу и смотришь, вот грех находят везде.
Потом начинаешь говорить, они говорят, братья, я не знал об этом. И это не знал, и это не знал, да? То есть нужно время, чтобы действительно человек начал жить христианской жизнью. Другая семья, христианская семья с самого уже детства. Дети слышат Божье Слово. Вы сидите, вы пришли с богослужения, сели за столом, обед у вас, и вы начинаете, о чем была проповедь, о чем сегодня пастор проповедовал, что Господь каждому сказал, а что Библия говорит в этом вопросе, а что Писание. Понимаете, о чем мы говорим? И вот смотрите, один человек рос в христианской семье, да? И это становится уже его стилем жизни, как поступать, ценности, приоритеты, когда мы с детства вкладывали. Или человек, когда пришел, жил без Бога, ничего не... Вы чувствуете разницу? И это надо время, смотрите, не сразу человек изменяется, и поступки, которые происходят в его жизни. Поэтому смотрите, Господь хочет прежде всего, видите, Он делает акцент. Я хочу, чтобы вы воспитали благочестивых детей. Невозможно полностью измениться за месяц и два. Вы согласны с этим или нет? И это надо время. И это время. То же самое, когда мы говорим о посвящении Господу. Когда мы примирились с Господом, что мы знали о Боге? Много знали? Мы грешники. Так или нет? Мы осознали, мы не тянем на Божью святость. Он за нас пострадал. Он приглашает. И мы пришли ко Христу и сказали, Господи, не тяну на Твои стандарты. Прости меня. Войди в мою жизнь. Так или нет? Видите, войди в мою жизнь. И Господь начинает с нами работать. И это процесс. И Богу нужны родители, которые воспитывают благочестивых детей. Не просто человек, сидящий, помните эти три стула, которые тут стояли? На втором стуле он говорит, я надеюсь, что мои дети вырастят хорошими. Я надеюсь. Ну, хорошими, они будут хорошими. Человек на первом стуле, те, кто сидят, родители, они думают, Господи, не просто хорошие, это благочестивые. Помните, святой это какой? Отделенный, который не будет попадаться на провокации с этого мира. Следующее, что нужно, помните, мы говорили первое с вами, примите Божью цель для вашего брака. Что Бог ожидает от меня и от моей супруги? Чтобы мы не просто привели детей в этот мир. Братья и сестры, смотрите, мы можем сегодня тысячи долларов жертвовать на евангелизации, на всевозможные реп-центры, так или нет? А Господь говорит, я хочу, и это хорошо. Но прежде всего Господь говорит, я хочу, чтобы вы воспитали своих детей. Плюс евангелизация, плюс, когда мы помогаем другим, но прежде всего воспитать своих, передать вот эту веру, чтобы и они могли примириться с Господом и стать Его детьми. Смотрите, первый Божий метод. Говорим о себе. Живите всегда, находясь на первом стуле. Смотрите, прежде всего мы говорили жизнь. Сегодня, смотрите, те стандарты, которые были когда-то, я вспоминаю. Понимаете, в церкви мы были одни, на работе другие, в семье третьи. Это поколение лицемерной жизни. Помните, мы говорили о третьем стуле вчера? Зачем? Зачем шифроваться? Зачем лицемерить? Где ж ты настоящий, когда ты в церкви один, на работе другой, в семье ты третий? Зачем лицемерить? Смотрите, вот современное поколение, если вот мое поколение, были какие-то авторитеты, кто-то за Господа страдал, сидел там за Господа, да? Это поколение сегодняшнее, они хотят быть на равных. Они хотят быть на равных, чтобы не просто звучало «я сказал». Знаете, помните, как Христос? Христос шел к мытарям, блудникам, да, садился, они ложились, вкушали пищу тогда, лежа кушали, да, как бы, он с ними разговаривал, он понимал, о чем, он знал их жизнь и говорит, а есть лучший путь, есть что-то лучшее, у вас есть потенциал, огромный потенциал, но это будет, когда вы примиритесь с Господом. И вот видите, прежде всего, мы должны с вами сидеть на первом стуле. Я и моя жена, Господь хочет, например, да? Второй Божий метод. Развивайте брак на принципах первого стула, да? То есть вот это отношение. Прежде всего, лучшее, что вы можете сделать для ваших детей, если в вашей семье между отношениями между мужем и женой будет любовь.
Это самое лучшее. Самое лучшее, когда вы будете любить друг друга и своей жизнью показывать это. Дальше, третий Божий метод. Учите своих детей Божьему Слову. Второзаконие мы читаем, 6 глава. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Видите, то есть прежде всего мы должны сами быть примером, любить Господа всем сердцем. Смотрите, не половинчатость. А вот представьте себе, вы сидите своим возлюбленным или возлюбленной, и вам говорят: «Я люблю тебя большей частью своего сердца». Какая мысль приходит? «Я люблю тебя большей частью своего сердца». Какая мысль сразу вам? А кому принадлежат? 10, 15. Мы хотим, чтобы нас любили как? Полностью, всем сердцем. То же самое, согласитесь, Господь достоин всем. Он Творец, Он Создатель. Прежде создания мира Бог уже видел каждого из нас. Аминь. Если вы меня слышите, скажите аминь. Аминь. Хорошо. Смотрите, прежде всего, мы должны быть сами любить Господа всем сердцем. Знайте Библию, исполняйте ее наставления сами. То есть, смотрите, мы должны знать Слово и брать в самом начале, и исполнять. Применение. Библия дана не для информации, братья и сестры. Это инструкция для твоей и моей жизни. Это практическая жизнь, как нам жить. Мне нравится, знаете, чего Библия? Библия показывает реальную жизнь. Она не просто нам показывает: «Ух, посмотри, как тот поступил». Она показывает реальных людей, которые жили в этом мире. Иногда они спотыкались, иногда они падали, так или нет? Были последствия. И вот Господь говорит: смотрите, вы хотите прожить жизнь благословенно? Не поступайте так, не делайте вот этого, не делайте. И на примерах людей нам Слово Божье показывает, как поступать, как не надо поступать. Дальше, смотрите, обучайте своих детей формально и неформально. Формально – это когда мы собираемся, когда мы читаем какие-то с ними книги, да, у нас как есть, видите, когда мы можем в среди недели собраться и прочитать, и обсудить, задать вопросы, да, скажем, и это вот, я не знаю, как вам, но мне вчера очень понравилось, когда мы могли не только здесь сидеть, а когда мы сели, вкушали пищу, а потом начали общаться. Какие-то вопросы есть, и это очень здорово, потому что вопросы, они всегда у нас какие-то возникают в жизни. Мы можем, видите, мы разные, мы не похожие, но Дух Святой нас соединяет, видите, и всегда, когда наше сердце открыто, когда мы ищем лица Господа, Господь проговорит. Господь вам проговорит. Нам нужно быть только внимательны. Когда мы говорим неформально, я вспоминаю, когда дети мои еще были маленькие, мы жили, ну, в Украине, они очень любили Макдональдс. Да, ну вы знаете, Макдональдс, а Макдональдс — это фастфуд, это мы как родители понимаем, что это не самая лучшая пища, да, ну все это быстро такое. И бывали мы в Макдональдсе, дети всегда: «Папа, пошли, ну давай еще, давай еще, еще». Я даже нашел двух братьев, которые проводили тренинги, ну и как нужно в Макдональдсе вот это по обслуживанию, и они говорили, что если вы купили что-то, и 7 минут прошло, 7 минут, да, ну вот не съели там или не продался этот товар, все, его нужно выбрасывать, там 7-8 минут было, понимаете? То есть холодным надо только горячим, только горячим. И я этих братьев привел домой, и детей посадил. Говорю: слушайте, вот внимательно. Они 2,5 часа это слушали. Поняли, поняли. Идем как-то. Макдональдс. Мимо: «Пап, ну давай зайдем». Ну, последний раз. Хорошо. Ну, последний раз. Зашли. Сели. И мой сынок начинает меня. Трое детей у меня. Дочка, а потом идет сын. И сын меня начинает вот так, знаете, ногой под столом. Я говорю: сынок, что, я ему показываю, что случилось. Он говорит: пап, посмотри. И я смотрю, так за соседнем столике, видно, сидела семья, американская семья, они вот так дружно взялись, склонили головы и молились. И он говорит: пап, смотри,
Другие люди тоже молятся, и ну, в общественном, там, скажем, месте. Я говорю, сынок, так это классно. Они свидетельствуют, да, о своей вере. Они не просто где-то втихаря. Они склонили головы, они взялись за руки, они благодарят пищу, они молятся. Но, правда, потом дети говорят, когда уже шли мимо Макдональдса, они говорят, пап, давай еще зайдем, а вдруг кто-то еще будет молиться. Проверим, будем проверять. Но, друзья дорогие, вот это неформально. Есть формально, когда есть мы какие-то примеры из нашей жизни, из наших родителей с вами, да, от дедушек, от бабушек. Мы показываем, какая жизнь со Христом. И согласитесь, со Христом жизнь – это потрясающая. Скажите, если бы не Господь, где бы мы сегодня были с вами? Дальше, следующее. Четвертый Божий метод. Рассказывайте своим детям о Божьих делах, что Бог сделал в твоей жизни. И мы читаем Псалом 77. «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, силу Его и чудеса, которые Он сотворил. Возлагать надежду свою на кого? На Бога, не забывать дел Божьих, хранить заповеди Его и не быть подобным отцам их, роду упорному и мятежному, настроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Видите, что важно? Говорите о Божьих делах, описанных в Библии. Почему нам нужно, вот опять-таки, слава Господу, есть и воскресные школы, есть и наши семейные, когда мы собираемся, мы берем какие-то книги, читаем, да, и вместе рассуждаем. Хорошо, если вы можете задать вопросы. Слава Господу, сегодня есть книги, которые нам помогают, христианские книги, уже вопросы готовые, да? То есть, если кому-то легче, ну, как бы, сориентироваться, а есть где вопросы готовые? Да, и это диалог у нас может быть. Не просто мы лекцию читаем, а когда мы спрашиваем, а что ты думаешь, а что ты по этому вопросу думаешь. Да, поэтому говорите о Божьих делах, описанных в Библии. Следующее. Говорите о Божьих делах в вашей семье. Что Бог сделал в вашей жизни? Рассказывайте. Рассказываю историю. Как-то моя дочка пришла со школы и плачет. Смотрю, в слезах. Я говорю, Лиз, садись. Сели. Я говорю, Лиз, что-то случилось? Она говорит, нет, ничего, все нормально. Ну, отцовское сердце видит, дочка плачет. Я говорю, Лиз, что-то случилось? Все нормально, папа. Лиз, что случилось? Вот так, знаете, глаза в глаза, я ее обнял. Она говорит, папа, сегодня в школе сижу на уроке. Она дружила с одной девочкой в классе. Они сидели в разных местах в классе, за разными партами. И эта девочка, с которой она дружила, пишет записку и кидает через весь класс другой девочке. Но получилось, что эта записка не долетела и упала прямо Лизе на парту. И Лиза говорит, я взяла эту записку и прочитала. Я говорю, Лиз, и что там было написано? Она говорит, там было написано, давай не дружить с Лизой, она верующая, она ходит в церковь. Я говорю, Лиз, и ты расстроилась? Она говорит, да, папа. Я говорю, Лиз, ты понимаешь, когда я ходил в школу, у нас в классе 40 человек было. Два человека было верующих. И вот нас, я приходил в церковь, захожу в церковь. Смотрю, сидит директор школы вот так. И классный мой руководитель, да? Но я был еще тогда, ну, знаете, сколько? Шестой класс, да? Я сразу раз где-то нашел место. Оп, и сел. Сел, голову опустил. Вот так сижу, а потом думаю, интересно, увидели меня, не увидели? Знаете, ну, вот мысль мучает, да? Увидели, не увидели, я сижу. И я так, знаете, голову так чуть-чуть так поднимаю, так открыл голову. И тут я смотрю, на меня смотрит моя классная руководительница и вот так показывает. Это в церкви. Ну, я понял. На следующей в школе. Да. Нет, в церкви. Это в церкви. Она пришла в церковь. Их посылали проверять. Ходят ли в церковь. Ну, знаете, вот это все. Это в церкви. На следующий день я прихожу в школу. В актовом зале собирают всех детей. Ну, где-то с пятого класса, по-моему, с пятого по одиннадцатый, а где-то я в шестом был. Заходит директор школы, вызывает меня, Шелестун, выйди вперед. Я выхожу, она говорит, дети,
Смотрите, мы идем в светлое будущее, мы идем в коммунизм. А вот этот шелестун в церкви на коленях стоит перед каким-то Богом. Вы представляете, мы идем в светлое будущее, а его тянет. Смотрите, вот стоишь вот так, я один раз сказал, время покажет. Она как подняла шум. Ты что себе возомнил? Смотрите, друзья, вчера был задан вопрос. Футбольная команда, 11 человек, 10 неверующих, 1 верующих, влияние. Конечно, трудно, чисто по-человечески. Друзья дорогие, а когда было 2 человека и 40 человек, и весь класс против тебя, учителя настраивали, знаете, и ты не просто идешь на тренировку, ты идешь каждый день, идешь в школу, и в субботу тоже, один выходной, воскресенье. Учителя настраивают, да, против тебя, некоторые насмешки, кто-то еще будет пытается ногой где-то ударить, понимаете, унизить, понимаете, вот это все. И со мной был человек тоже, у него, правда, родители в разные церкви ходили, один в одну, а мама в другую, понимаете. И люди ломались. Но, друзья дорогие, Божья благодать, я смотрю на свою жизнь, если бы не Божья благодать, если бы не Божья милость, если бы не отношения с родителями, которые меня поддерживали, друзья дорогие, это просто Божья милость. И я когда рассказываю это дочке, она говорит, папа, а чего ты мне никогда об этом не говорил? Я говорю, Лиз, а я думал, что дети, когда рождаются, они уже об этом все знают. Поэтому, друзья дорогие, говорите о Божьих делах. Я знаю, что у вас было множество чудес, которые вы видели руку Божью. Рассказывайте вашим детям, как Бог действует. Вот это действительно то, что цепляет. Дух Святой действует, когда мы рассказываем о величии нашего Бога, о том, что Он живой. Аминь. И он сегодня, рука его не оскудела. И он сегодня опять-таки готов благословлять дальше. Поэтому не рассказывайте о ваших дедушках, бабушках. Не просто, что где-то когда-то в Писании. Это тоже важно. Говорите о Божьих делах в истории. Георг Мюллер. Сколько? 5 сиротских домов. 10 тысяч, помните, детей содержал. Как Бог отвечал на молитвы, да? Смотрите, сегодня множество есть примеров, когда Божья рука действует. Рассказывайте о том, что Бог делает. Если не было в вашей жизни чудес, молитесь, скажите Богу, Господи, пошли мне хоть одно чудо, мне ж надо что-то моим детям рассказать. Бог отвечает, молитесь молитвой Иависа. Это первая книга про Пролебимон, 4 глава, 9-10 стих. Помните об этом человеке, который воззвал Богу и сказал, о, если бы ты благословил меня твоим благословением, если ты расширил мои пределы, пусть твоя рука будет со мной, сохрани меня от зла, чтобы я не горевал. И потом в наших Библиях стоит многоточие, и написано, и Бог ниспослал ему то, чего он просил. Вообще само слово «иавис» — это боль или приносящий боль. Мы знаем, что у евреев каждое имя, они как бы судьбу вкладывали. Не знаем почему, но мы видим начало жизни и финиш жизни. И это огромная разница. Бог благословил его. Поэтому рассказывайте, что Бог делает, о величии Бога, о том, как Он действует сегодня. Дальше. 5-й Божий метод. Учите своих детей искать Господа и служить Ему. Да, искать Господа. И служить Ему. Очень хорошо, вот мне приятно, что ваша молодежь поет. Детки участвуют в программе. Я знаю, что мои детки, они участвовали в Трансмировом радио. Был такой спектакль «Тропинка» тоже. Каждый год готовили какой-то спектакль и приглашали прямо со школ. В Украине была эта возможность. Прямо со школ свозились. И вот там одна небольшая история, но везде Божий план спасения. Понимаете? И это возможность, когда дети несут Евангелие. Кому? Детям, понимаете, это тоже, поэтому старайтесь тоже какие-то служения, какие-то проекты, пусть они уже тоже чувствуют и причастны к чему-то, к чему их призывает нас Господь. Следующее, смотрите, примите Божье восстановление отношений в вашей семье, это важная тема.
Пожалуйста, вот сейчас особенно внимательно. Апостол Павел пишет Ефесянам 6:4. «И вы, отцы», смотрите, это относится к отцам, «не раздражайте детей ваших», это то, что мы не должны делать, «но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Воспитывайте. Вчера немножко мы говорили с вами. Не старайтесь выиграть каждую битву. Наша задача – выиграть войну. Поймите, иногда мы пытаемся выиграть каждую битву, в итоге проигрываем войну. Есть моральные принципы, да, а есть дело вкуса. И мы часто путаем. У нас есть вкус – это не так, не так, не так, не так. Понимаете? Ведь есть моральное, когда мы не можем вот это уступать. Вкус может как-то меняться наш, да, как бы, даже там в плане одежды какой-то, или что. Это где-то, понимаете, но есть моральное. Братья, и сестры, я видел людей, которые вот так жестко сидеть, стоять, понимаете, все по струночкам, но это было до поры до времени. Ведь смотрите, Бог дает детей на время, и за это время наша задача, что, подготовить их к жизни, заложить вот этот фундамент. Почему? Им придется самим, вот точно как... Если вот кто-то сейчас детей своих учит ездить на машине, да, и уже есть этот примит, есть, и вот он рядом, переживайте, переживайте. Но вы понимаете, что настанет момент, когда вас не будет рядом сидеть с вашим сыном. Но вы говорите, с тобой здесь будет сидеть Господь Иисус. Он может охранять, Он будет подсказывать, Он верный, Он надежный. Вот такой наш Господь. Видите, вы, отцы, не раздражайте. Видите, и это повеление к нам, отцам. Видите, то есть, смотрите, мы как отцы, мы можем раздражать. Видите, опять, можем раздражать. Но он говорит, воспитывайте в учении, наставлении Господнем. Да. Следующее, смотрите, идем дальше. В семьях часто нарушается отношение между родителями и детьми. Да? Между родителями и детьми. Бывает непонимание, особенно, ну я скажу, вот старшее поколение. Вот сегодня даже те, кто исследует, поколения меняются, очень меняются. Помните, мы говорили, одно из таких, сейчас люди, вот это поколение, они хотят быть на равным. Не просто я сказал, а почему? А потому что я, знаете, а просто чтобы вот, знаете, communication, сесть, поговорить, объяснить, если нас авторитет Слова Божия, открыть, побеседовать, но не просто со злостью, а с любовью поговорить. Вот, да, и вот, видите, плохие отношения в семье часто отталкивают детей от Бога, видите, отталкивают детей. Когда нету отношений в семье, когда нету между отношений между родителями, да, как скажем, у родителей и детей, это то, что является, ну как, скажем, это то, что отталкивает. Плохие отношения часто возникают из-за раны, нанесенной ребенку родителями, да, из-за раны, нанесенной ребенком. Иногда мы с вами приходим с работы, бывают усталые, бывают, что еще заметил, иногда нас где-то обидели, мы промолчали, да, сдержали себя, но зато, когда приходим домой, расслабляемся и начинаем тут, где нас обидели, мы начинаем это все выдавать на гору, где? В семье, понимаете, в семье. И интересно, что мы... Очень, видите, наша задача подготовить детей к жизни. Жизни в падшем мире. Мы не можем их изолировать. Мы не можем с вами создать монастырь, да, и чтобы вот оградить от всего. Видите, но наша задача подготовить. Мир жестокий, так или нет? Испытания постоянно будут, свои ценности. Интересно, что сегодня даже дети общаются с родителями на уровне глаз 9-13 секунд. 9-3, и то, отнес, принес. Очень важно, когда вы общаетесь, смотрите в глаза друг другу, мужья и жены, смотрите в глаза. Когда вы разговариваете с детьми, вот, понимаете, иногда, если это ребенок маленький, опуститесь, смотрите, друзья, опуститесь, вот, говорите, смотрите, глаза в глаза, я слушаю тебя, но...
Сегодня, видите, у нас всегда есть вот эти искушения, когда мы приходим, начинаем сразу айпэды, айфоны, да, как бы скажем, тут надо, там ответить надо, срочно. Но вот очень важно, мы говорили, обнимашки. Хотя бы 8 раз хотя бы обнять вашего ребенка, жену, мужа. Это тоже то, что укрепляет. Кажется, простые советы. 8-12 раз обнимайте. Видите, я вырос в то время, когда, ну, похвалить человека, это считалось, чтоб не возгордился, да? Чтоб не возгордился, да, как бы скажем. Если ты что-то сделал плохое, обязательно нужно сказать. Но если сделал хорошее, сегодня другая крайность. I'm so proud of you. I'm so proud of you. Я тебя только 25 раз поцеловал. 30 раз. Усю-сю-сю-сю-сю. И это тоже крайность, друзья дорогие. Но, смотрите, замечайте хорошее в жизни ваших детей. Говорите об этом. Вспомните, когда Иисус Христос пришел в дом один, да, с учениками, и пришла женщина и взяла алавастровый сосуд, разбила и вылила, да, на Иисуса. Помазала его. Вы помните, что случилось? Ученики сразу достают калькуляторы и говорят, это столько можно Библии было отпечатать, это ж можно было столько церквей построить, это ж можно было. Вы помните слова Христа? Она сделала все, что могла. Она подготовила меня к погребению. Будет во всех Евангелиях об этом написано. Смотрите, Христос замечает даже самое хорошее. Друзья дорогие, что хочу сказать, особенно старшему поколению. У нас, знаете, когда хорошие слова звучат? На похоронах. Мы несем цветы. Бывает человек в служении. За всю жизнь ему цветочка не дали. Доброго слова. Только давай, не там, не там. Зато на похоронах. Мы тут уже по полной отрываемся. Мы говорим, какой был человек, или какая была жена, или все. Скажите, нужно это мертвому? Иногда нужно при жизни. Понимаете, сказать, поблагодарить. И Писание говорит, будем внимательны. Кому? Друг ко другу. И что делать? Поощрять к любви и добрым делам. Замечайте хорошее ваших служителей, тех, кто поет, тех, кто играет. Замечайте хорошее в ваших детях. Благодарите Бога, благодарите людей, которых Бог дал, послал вокруг нас. И это нужно развивать. Поверьте, эго всегда считает, мне все должны. Так или нет? Почему не сделал? Негатив надо еще упрекнуть, сказать. Замечайте. Друзья, а вот подумайте, братья и сестры, если бы Бог так с нами. Скажите, мы что, здесь все такие пушистые собрались, белые, идеальные. Если бы Господь вот так раз, и мы сразу, помните, чуть-чуть не так, ученики. Господи, огонь свести надо. Не почтили нас, не приняли. Видите, нам так хочется справедливости, когда к нам поступили не так. Братья и сестры, знаете, где будет справедливость? Справедливость будет в аду. Вот в аду там будет справедливость. Вот там будет справедливость. Небо – это благодать Божья и милость. Так или нет? Это то, что Бог простирает. Бог сегодня продолжает нас. Поэтому, видите, отношения часто из-за раны. Что нужно нашим детям? Запомните две вещи. Любовь и совместное проведение времени. Смотрите, любовь, я тебя люблю. Они будут нас провоцировать. А ты точно меня любишь? А ты точно где-то еще любишь? Любовь и совместное проведение времени. Один человек, который жил, приехал в Америку, и как-то он написал очерк один. У него сын воевал во Вьетнамской войне. Приехал, его привезли, он был облученный. И вот папа приехал, а папа как раз журнал христианский редактировал, проповеди как раз записывал по радио. И говорит, я пришел к нему, сел возле него, он лежит в госпитале, больной. И потом так вспомнили молодость. Он говорит, пап, помнишь, один раз мы с тобой поехали на рыбалку? И говорит, пап, помнишь, закинули удочки, а ты в это время встал и начал писать очередную статью. И даже когда я вытащил рыбку, и говорю, пап, посмотри, какую рыбку я поймал, ты так глаз открыл и сказал, ого, какого кабана поймал. И стал дальше
писать. И говорит: пап, один раз мы с тобой вырвались, и тебе даже не нашлось времени со мной пообщаться. И это была боль. Вот это то, что он написал статью, он говорит: находите время, находите время. Мы вчера говорили: приглашайте ваших деток на свидание по одному. Вот поговорите с ними, вот смотрите в глаза, обнимайте, замечайте хорошее. Это так важно. Смотрите, родители наносят ребенку раны, если не оказывают ему внимания или оставляют его, да? Раны. Вот внимание. Помните, говорили, совместное проведение времени. Здесь, в Америке, ну вы то знаете, жизнь очень такая, быстро летит. Надо зарабатывать, понимаете, надо. Надо зарабатывать, надо жизнь, надо поддерживать уровень, да, и ты понимаешь, у тебя есть выбор. Ну, смотрите, видите, одно дело обеспечить детей, да, а воспитать это совсем другое, понимаете, мы иногда думаем, родители, главное, чтобы он ни в чем не нуждался. Вот я нуждался, мне в жизни, и вот если дать... Все, жизнь удалась. Нет, друзья дорогие, обеспечить это одно, воспитать это совершенно другое. И это то, что Бог тоже на нас возлагает, нас с вами. Родители ранят ребенка, обижая его эмоционально или физически. Когда у нас нет настроения, у нас нет времени выслушать, да, мы можем грубо ответить или там... Знаете, некоторые даже бывают, толкнул там или все. Да, все, тихонько, закрой рот, и все. И вот это раны, мы иногда не замечаем этого. Знаете, а вот оно раз, вот это маленькое сердечко, оп, и закрепилось уже. Видите, нанесенные родителям раны в конце концов вызывают у ребенка что? Противление, протест. Протест. Как он выражается? В Малахии мы читаем: «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил детей проклятием». Да? Малахии 4 глава. Как ранен? Ребенок страдает от постоянного невнимания и испытывает глубокую обиду. Видите, когда родители не находят с ним времени пообщаться, поговорить, вот так, знаете, даже по душам, ну, что их, за что они переживают, что в жизни сейчас происходит, чему они радуются, что ты чувствуешь, да, вот это важно. Ага, если нету родителей на меня времени, значит, я им нужен. Но вы, интересно то, что, знаете, сразу... Мы не находим время, но улица, ну, тут не улица, да, найдутся те, кто дадут им внимание. Знаете, если мы не найдем, найдутся где. Ребенок помнит обиду, и в сердце остается непрощение. Смотрите, нам кажется, да я все делаю для детей, я зарабатываю, я приношу, что ему еще надо? Видите, а у него где-то уже закралась вот эта обида. Дальше. Ребенок испытывает гнев, отчуждается, начинает дерзить. И вы замечаете, что что-то в отношениях с ребенком уже не то, да? Вы что-то слово вам сразу: а что я это? А что? А ему можно? А там нельзя? Смотрите, родитель чувствует обиду, и появляется что? Непонимание, да? Непонимание. Я тебя кормлю, я тебя пою, все для тебя делаю, да? А ты так ко мне относишься. Почему? Почему так происходит? Да? И смотрите, если мы не решаем этот вопрос, отдаление будет идти дальше, дальше, дальше. Родитель страдает от неожиданных перепадов настроения ребенка, от любви к ненависти. Смотрите, иногда бывает что у нас? Когда мы видим, нет контакта, ага, контакт будет, мы узнаем, а что ребенку надо? Ага, что ребенку надо? Ребенок мечтает об айфоне, да, там, или iPad, или там велосипед ему надо, да, как бы скажем. Ничего страшного, 2 недели я поработаю овертайм, ничего, будет все, что надо. И смотрите, проходит там неделя, две, вы покупаете то, о чем мечтает ребенок. И когда ребенок получает айфон новый или что, что вы видите? Глазки начинают загораться. Папа, ты лучший, ты лучший. Но, друзья дорогие, пройдет неделя, и все опять станет. И вы опять чувствуете, рана есть, есть, есть вот этот разрыв, есть разрыв. Смотрите, есть опять. Подарки не решают, если рана в сердце, ее нужно решать. Знаете, мы иногда думаем, ну загладим, ничего страшного, купим, что надо, ничего, я отец, я мать, я сказала, будет так.
Но когда нету вот этих отношений, я вам расскажу пример жизни своего сына. Обычно, когда я какие-то вот слышу мысли, хорошие мысли, или там рассуждения, воспитание, я всегда старался на своих детках. Они у меня как зайчики. Я вначале их обкатывал на детках, а потом уже я мог где-то перед аудиторией своей. И это было 20 лет в Далласе. Брюс Уилкинсон проводил семинар, вот как раз этот. И он этот рассказал о ранах, как мы наносим. Но я думаю, интересно, проверю на своем ребенке. Я приезжаю домой, зову сына Веня. Вень, это лучше с детьми говорить вечером. Мы сели вот так, Ирвень. Смотрю в глаза, Ирвень, ты можешь мне сказать, вот было что-то в нашей жизни, когда ты считаешь, что я тебя обидел? Было ли что-то в жизни, когда ты считаешь, что я тебя обидел? Он опустил глаза, немножко подумал, а потом говорит, было. Я говорю, сынок, можешь сказать, когда? Он говорит, пап, помнишь, ты пришел с работы такой усталый? Ну, я всегда с работы прихожу усталый. Вы зашли с мамой на кухню, ты кушал, а мы с Лизой, мы закрылись в комнате, ну, там были все, ну, и там что-то мы баловались. И ты зашел, открыл дверь и сказал, так, будете шуметь, накажу. И пошел. Ну, и опять продолжаю кушать. Пап, и тут ты заскакиваешь в комнату. Опять там шутим-шу. Он говорит, пап, ну я не виноват. Это Лиза. А получился, что я с краю вот тут стоял и получил по полной. Папа, ну это не я. Это ты не разобрался. Я говорю, сынок, можешь простить меня? Я виноват. У меня не хватило терпения. Сидим дальше. Я говорю, сынок, а еще что-то в жизни было? Он так думает, говорит, было. Он говорит, пап, а помнишь, когда мы пошли в цирк? Братья, сестры, один раз в жизни я пошел с детьми в цирк. Один раз в жизни. Причем это было до этого, мы конференцию одну с Брюсом Уилкинсоном проводили. Он был у нас дома, мы сфотографировались. Были такие фотоаппараты, мыльница, помните, мыльница. Сфотографировались, а потом пошли мы в цирк, и вот там в перерыве можно было там сфотографироваться с этим удавчиком, с обезьянкой, да, там платишь немножко денег, и вот можно было, да, и вот я мы фотографировали там, ну, уже один раз в жизни пошли в цирк, сфотографировали фотографии, и вот пришли домой, я достаю этот фотоаппарат, ложу на стол, сынок подходит и нажимает на кнопочку, и вот эта крышка открывается, и сразу эта пленка, знаете, засвечивается. Ну, молодежь уже не знает, что это такое, но не знает, знаете, и сразу первая реакция, что ты? А там же такие ценные снимки. Я столько денег заплатил еще, чтобы сделать эти фотографии, понимаете? И тут сразу я вспылил. Он говорит, пап, ну ты же мне никогда не учил, что нельзя на эту кнопку нажимать. Я говорю, сынок, я думал, дети рождаются и уже знают, что на эту кнопку нажимать нельзя. Я говорю, сынок, прости меня, я виноват, прости меня. Сидим дальше. Я говорю, сынок, может что-то... 8 лет ребенку. Сынок, может что-то еще не так в жизни было, вот расскажи. Он говорит, пап, помнишь, тебе показалось, что я сказал плохое слово? Ну, я тебе честно говорю, и я получил. Я не говорил этого. Ну, в смысле, плохое слово. Тебе показалось. Я говорю, сынок, прости меня. Не разобрался. И вот мы сидим, и он плачет. Я говорю, сынок, скажи, чего ты плачешь? Он говорит, пап, я думал, что ты никогда ни у меня не попросишь прощения. Братья, сестры, я хочу сказать, у меня сегодня с этим сыном прекрасные отношения. Мы любим, он христианин, верующий, христианская семья. Я благодарю Бога, понимаете? Но вот так периодически мы с ним встречались. Знаете, кажется, кто-то сказал, да что он понимает, пацан еще молодой, да папа, вот так надо. Милые мои, главное, не потеряйте сердце. Смотрите, сердце. И вот почему нам важно вот эти остановки? Мы иногда думаем, замажем, вот так. Друзья дорогие, для того, чтобы, если есть рана в сердце,
если рана есть. Ее просто не замажешь. Нужно возвратиться к этому месту. Иногда говорят, зачем копаться в грязном белье? Иногда нужно покопаться, нужно вскрыть вот эту рану, чтобы этот гной вышел. Понимаете? Если просто вот так замазать, поверьте, я знаю людей, которые живут по жизни по 20-25 лет непрощения. Более того, они сегодня отравляют, они отравили не только свою жизнь, в своей семье отравили, и они еще это приносят в церковь. Недовольные, непрощенные. Поэтому смотрите, для того, чтобы как бы не было больно, нам нужны остановки для того, чтобы мы могли вскрыть этот гной, должен выйти, и потом с Божьей помощью Христос его залечит. Видите, что происходит в сердце ребенка? Смотрите, когда он считает, ему так показывает, что его неправильно, его обидели. Горечь, а потом злость. А дальше, если мы не решаем вопрос, желание отомстить. И что потом происходит? Смотрите, ребенок обижает родителей различными проявлениями мстительности. Какие это может быть проявления? Отвергает родителей. «Ты мне не указ». Дальше. Восстает против родительского авторитета. Третье. Смотрите. Пренебрегает жизненными ценностями родителя. Они знают, что для нас дорого. И начинает что? Для меня это не важно. Пренебрегает жизненными ценностями. Дальше. Оставляет веру своих родителей. Оставляет. Я не буду никогда ходить в такую церковь. И дальше, смотрите, наносят самому себе физические и эмоциональные раны. Друзья дорогие, вот это то, что алкоголизм, наркомания, когда торгуют собой, телом своим, зависимости от всевозможных игр, это протест. Вот это протест против того, дети считают, что с ними поступили несправедливо. Где-то появилась трещина, потом это была рана. И вот, видите, и в итоге, знаете, иногда родители, а что, да я такой, я сказал. И это не работает, понимаете? Поэтому очень важно, мы вчера тоже говорили, сердце. Смотрите, вопрос не в том, важно, не упустите сердце. Видите, родители и ребенок остаются в западне, пока не признают наличие раны, и она не будет исцелена. Видите, до тех пор, пока не произойдет прощение, пока не вскроете. Как-то выступал тоже на одной конференции, молодежная конференция, и руководитель, который организовал, он спросил: Юр, а в основном были ребята 20 лет. 20 лет, ну такой, в средний возраст. Что бы ты посоветовал вот этим детям, которые сидят в зале? Это дети верующих родителей. Вот один только совет. Один. Знаете, я задумался, а потом сказал: простите ваших родителей, простите ваших отцов. И он говорит: и все? Я говорю: и все. Простите ваших матерей. И я смотрю, как молодежь. Начинаются слезы. Слезы появляются на глазах. Видите, мы часто идем автоматом по жизни. Мы просто летим, мы думаем, вот так я такой. И нас не интересует, знаете, иногда, вот, просто поговорить, а просто опуститься на этот уровень. Поэтому, смотрите, очень важно. Какие потом последствия? Если дети не прощают родителей, что может быть? Я приведу один пример. Как-то тоже был... Одна конференция подошла, и подошел молодой человек и говорит: можете мне помочь? Он просто открылся. Я видел его первый и последний раз. Я говорю: а скажите, а что вас тревожит? Он говорит: ну смотрите, начал учиться в колледже, полгода поучился, бросил. На следующий год я в другой колледж поступил, полгода поучился, бросил. Сейчас я в третьем колледже учусь. И тоже что-то мне не нравится по жизни. Я говорю: скажите, а какие у вас отношения с отцом? Он говорит: а при чем тут отец? Я говорю: ну расскажите, какой у вас отец? И тут пошло. Отец у меня был, вот я сказал, вперед. Понимаете, все время я должен был, если я играю в футбол, я должен был гол забить. Если даже была ничья, или мы хорошо сыграли, но я гол не забил, это было плохо. Все время я на его стандарты, а отец у меня был такой перфекционист, у него все
по полочкам, и я не дотягивал. И он начал вот это, знаете, горечь. Я говорю, найди время, встреться с ним, поговори, прости своего отца. Я ему оставил свой email. Что вы думаете? Прошло полгода. Этот молодой человек мне написал. У меня прекрасное сейчас. Я продолжаю учиться. Я примирился со своим отцом. Мы разрешили этот конфликт. И рана исцелена. И отцу, и у меня, и у нас сейчас с ним прекрасные отношения. Вот. Поэтому, друзья дорогие, один из грехов, на который... Конечно, любой грех, который делает возрожденный человек, это промах мимо цели. Да? Грех – это промах мимо цели. Но есть два греха, на которые любой грех. Да? Видите, мы сделали такие, есть у нас... Грехи, которые там страшные, а есть не страшные. Да, там, да. То есть, видите, мы сделали рамки. Но для Бога, поверьте, любой грех – это промах мимо цели. Но если вы посмотрите Новый Завет, есть два греха, на которые Господь особенно смотрит. Это сексуальная распущенность, первый. И еще один – это непрощение. Непрощение. И это то, что сегодня, к сожалению, практикуется очень в христианстве. Непрощение. Я не злопамятный, но память у меня хорошая. Мы иногда говорим. Поэтому, смотрите, раны, нанесенные детям, родителями, исцеляются восстановлением отношений на основании Божьего Слова. То же самое. Дети, простите ваших родителей. Найдите время. И Писание говорит, но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Скажите, сколько нам Бог простил? Сколько? Все. Так или нет? Он взял все наши грехи, прошлое, настоящее, будущее. И куда? Пригвоздил к Голгофскому кресту. Так или нет? Все простил. Все. Настоящее, прошлое, настоящее и будущее. Видите, а мы иногда говорим, не злопамятные. Но это отдельная тема. Прощение – это отдельная тема. И смотрите, заканчиваем уже. Восстановить отношения с родителями. Восстановите. Дети, молодежь, если что-то вы чувствуете, где-то ранка внутри, простите, встретьтесь, поговорите. Я чувствовал, я чувствую. Если вы не сможете жить победоносной жизнью в Иисусе Христе, если в жизни есть непрощение. Аминь. Либо надо Библию менять, переписывать. Вы не сможете жить победоносной жизнью во Христе, если есть непрощение. Восстановите отношения с детьми, попросите у них прощения. Друзья дорогие, может быть тоже действительно, посмотрите ваших отношений с детьми. Дальше. Восстановите отношения с Господом, покаяться в непрощении. Господи, прости, что столько лет я ходил с этим тягарем, я ходил с этой тяжестью. Это не просто. Когда мы несем эту тяжесть, мы злимся, у нас обиды, а потом мы начинаем и на других выплескивать. Дальше. Восстановите отношения. Восстановленные отношения сохраняются благодаря изменению образа жизни. Когда мы говорим, Господи, Господи, будь Господином в моей жизни. Мы прощаем, мы изменяемся и говорим, Господи, помоги мне. Он верный, он надежный. Поэтому, смотрите, повторяем быстренько. Может, вам нужно обновление? Для цели для вашего брака. Что Бог хочет? Бог хочет, смотрите, Божья цель для брака. Если Бог дает нам детей, воспитайте их благочестивыми. Не просто хорошими, я надеюсь, они получат образование. Нет, благочестивые. Когда они будут смотреть на жизнь с точки зрения вечности, они будут принимать решение, то, что приятно нашему Господу. То, что Бог вложил, они выполнят вот это предназначение для них. Дальше. Может, вы нуждаетесь в обновлении в Божьих методах воспитания благочестивых детей. Когда мы не являемся примером, когда у нас нет времени почитать, пообщаться, порассуждать, обсудить. Понимаете, мы говорили с вами. Тяжело будет требовать. Используйте методы Божьего воспитания благочестивых детей. Да, и следующее. Примите Божье восстановление отношений в вашей семье. Не оттягивайте, друзья дорогие, чем если есть какая-то рана, и мы дольше ходим, тем тяжелее эта рана наносит больше скорби. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас. Выделите время для регулярных бесед. Друзья дорогие, подумайте о ваших родителях. Может, кто-то сегодня сидит и что-то на сердечке
вспоминает, не решили вопрос с родителями. Найдите время, позвоните, встретьтесь. Если ваши родители уже с Господом, они в вечности, может быть, найдите кого-то, брата, другого, когда вы сможете открыться, да, и о вас помолятся, понимаете, чтобы вы жили вот этой прощенной жизнью, обновленной. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас. Люди всегда будут помнить, смотрите, братья, сестры, родители, дети всегда помнят отношения. Отношения, где они были, впечатления они помнят, понимаете? Поэтому вкладывайте вот слава Господу в общение, в поездки вместе. Можете отдохнуть, едьте вместе, проводите время, читайте, говорите, дискуссируйте. Сегодня вызовы идут. Как они мыслят? Расскажите, как вы мыслите. Что Слово Божие говорит? Находите время, и пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы когда мы явимся пред Ним, чтобы каждый мог сказать: «Я и дом мой служили Тебе, Господь». Пусть Он сильно прославится. Аминь. Ему пусть будет слава. Давайте станем на колени, помолимся. Расскажите Господу, что у вас на сердце. Если нужно обновление, скажите Ему. Сестры. Я видел людей, которые вот так жестко сидеть, стоять, знаете, все по струночкам. Но это было до поры до времени. Ведь смотрите, Бог дает детей на время. И за это время наша задача, что? Подготовить их к жизни. Заложить вот этот фундамент. Почему? Им придется самим. Вот точно как, если вот кто-то сейчас детей своих учит ездить на машине, да? И уже есть этот примит, есть. И вот он рядом. Переживайте. Переживайте. Но вы понимаете, что настанет момент, когда вас не будет рядом сидеть с вашим сыном. Но вы говорите: с тобой здесь будет сидеть Господь Иисус. Он может охранять, Он будет подсказывать, Он верный, Он надежный. Вот такой наш Господь. Господь. Видите, вы, отцы, не раздражайте. Видите, и это повеление к нам, отцам. Видите, то есть смотрите, мы как отцы, мы можем раздражать. Ведь опять, можем раздражать, но он говорит: воспитывайте в учении, наставлении Господнем. Да. Следующее, смотрите, идем дальше. В семьях часто нарушается отношения между родителями и детьми. Да? Между родителями и детьми. Бывает непонимание, особенно, ну я скажу, вот старшее поколение. Вот сегодня даже те, кто исследует, поколения меняются, очень меняются. Помните, мы говорили, одно из таких... Сейчас люди, вот это поколение, они хотят быть на равным. Не просто «я сказал», а почему? А потому что «я», знаете, а просто чтобы, вот, знаете, communication, сесть, поговорить, объяснить, если нас авторитет Слово Божие, открыть, побеседовать, но не просто со злостью, а с любовью поговорить. Вот, да, и вот, видите, плохие отношения в семье часто отталкивают детей от Бога. Видите, отталкивают детей. Когда нету отношений в семье, когда нету между отношений между родителями, да, как скажем, у родителей и детей, это то, что является, ну как, скажем, это то, что отталкивает. Плохие отношения часто возникают из-за раны, нанесенной ребенку родителями, да, из-за раны, нанесенной ребенком. Иногда мы с вами приходим с работы, бывают усталые, бывает, что еще заметил, иногда нас где-то обидели, мы промолчали, да, сдержали себя, но зато, когда приходим домой, расслабляемся и начинаем тут, где нас обидели, мы начинаем это все выдавать на гору, где? В семье, понимаете, в семье. И интересно, что мы... Очень, видите, наша задача – подготовить детей к жизни. Жизни в падшем мире. Мы не можем их изолировать. Мы не можем с вами создать монастырь, да, и чтобы вот оградить от всего. Видите, но наша задача – подготовить. Мир жестокий, так или нет? Испытания постоянно будут, свои ценности. Интересно, что сегодня даже дети общаются с родителями на уровне глаз 9-13 секунд. 9-13, и то, отнес, принес. Очень важно, когда вы общаетесь, смотрите в глаза друг другу, мужья и жены, смотрите в глаза. Когда вы разговариваете с детьми, вот,
Понимаете? Иногда, если это ребенок маленький, опуститесь, смотрите, друзья, опуститесь, вот, говорите, смотрите, глаза в глаза, я слушаю тебя. Но сегодня, видите, у нас всегда есть вот эти искушения, когда мы приходим, начинаем сразу айпэды, айфоны, да, как бы скажем, тут надо, там ответить надо, срочно. Но вот очень важно, мы говорили, обнимашки. Хотя бы 8 раз хотя бы обнять вашего ребенка, жену, мужа. Это тоже то, что укрепляет. Кажется, простые советы. 8-12 раз обнимайте. Видите, я вырос в то время, когда, ну, похвалить человека, это считалось, чтоб не возгордился, да? Чтоб не возгордился, да, как бы скажем. Если ты что-то сделал плохое, обязательно нужно сказать. Но если сделал хорошее, сегодня другая крайность. I'm so proud of you. I'm so proud of you. Я тебя только 25 раз поцеловал. 30 раз. Усю-сю-сю-сю-сю. И это тоже крайность, друзья дорогие. Но, смотрите, замечайте хорошее в жизни ваших детей. Говорите об этом. Вспомните, когда Иисус Христос пришел в дом один, да, с учениками, и пришла женщина и взяла алавастровый сосуд, разбила, и вылила, да, на Иисуса, помазала его. Вы помните, что случилось? Ученики сразу достают калькуляторы и говорят, это столько можно Библии было отпечатать, это ж можно было столько церквей построить, это ж можно было. Вы помните слова Христа? Она сделала все, что могла. Она подготовила меня к погребению. Будет во всех Евангелиях об этом написано. Смотрите, Христос замечает даже самое хорошее. Друзья дорогие, что хочу сказать, особенно старшему поколению. У нас, знаете, когда хорошие слова звучат? На похоронах. Мы несем цветы. Бывает человек в служении за всю жизнь. Ему цветочка не дали. Доброго слова. Только давай, не там, не там. Зато на похоронах. Мы тут уже по полной отрываемся. Мы говорим, какой был человек, или какая была жена, или все. Скажите, нужно это мертвому? Иногда нужно при жизни, понимаете, сказать, поблагодарить. И Писание говорит, будем внимательны. Кому? Друг к другу. И что делать? Поощрять к любви и добрым делам. Замечайте хорошее ваших служителей, тех, кто поет, тех, кто играет. Замечайте хорошее в ваших детях. Благодарите Бога, благодарите людей, которых Бог дал, послал вокруг нас. И это нужно развивать. Поверьте, эго всегда считает, мне все должны. Так или нет? Почему не сделал? Негатив надо еще упрекнуть, сказать. Замечайте. Друзья, а вот подумайте, братья и сестры, если бы Бог так с нами. Скажите, мы что, здесь все такие пушистые собрались, белые, идеальные. Если бы Господь вот так раз, и мы сразу, помните, чуть-чуть не так, ученики. Господи, огонь свести надо. Не почтили нас, не приняли. Видите, нам так хочется справедливости, когда к нам поступили не так. Братья и сестры, знаете, где будет справедливость? Справедливость будет в аду. Вот в аду там будет справедливость. Вот там будет справедливость. Небо – это благодать Божья и милость. Так или нет? Это то, что Бог простирает. Бог сегодня продолжает.